отчима. Нет, он в этой машине, взорвали его. Сначала ехал сюда, его, да, ранили. Его ранили. А потом уже раненого повезли в больницу. Его доктор и парень, который сопровождал. Их взорвали в этой машине. В больницу вот. Поехали, да. Их взорвали. Мы сегодня только смогли вот это вот, мороз спал, и мы смогли прихоронить. Сын с другом копали могилу. Мы ее захоронили, сейчас просто крестик вставляем. Ну а потом, я так понимаю, планируете? Конечно, потом, конечно, перед захоронением, конечно. Когда доктор раненого нашего отчима повез в больницу, мы позвали доктора, там нашли в доме, в соседнем, он повез его в больницу. А вот этот парень вместо меня в машину сел, сказал, говорит, сядьте кто-то с нами, а он этот парень вместо меня сел. Их подорвали в этой машине. Там бы сейчас я была бы. Долго не могли похоронить, не знали как.